All right, good afternoon. Hello. How's everybody today? Really happy to see you. Today is my first time in the city. Он очень рад видеть вас. Это первый день его здесь, в этом городе. And very excited to be here. I'm always excited to meet and talk with fellow saxophone players and musicians in general. Он очень рад и немножечко даже взволнован видеть вас и счастлив будет с вами поделиться и поговорить о саксофоне и как играть и что играть. As well as being a professional musician, I'm also a big fan of music. I love to discuss music and to exchange information. Мало того, что он является профессиональным музыкантом, так он очень сильно любит музыку и любит особенно говорить и рассказывать и делиться своим опытом о музыке и об игре. For those of you that don't know me, I've had a very rich career as an educator, performer, arranger, and touring musician. Его карьера очень глубока, начиная с преподавателя, аранжировщика, профессионального музыканта и топера, имеется в виду в оркестре где-то или еще что-то. То есть карьера full-time musician, то есть все время музыкант, занимается только музыкой. My first professional music job when I got out of university was with Dizzy Gillespie. Первая его работа, когда он был еще учился в университете, он работал с Дизи Гиллеспи. And then things started to happen very quickly. At that time, a lot of the great jazz musicians were still alive. И потом его карьера начала быстро расти, и он переиграл со многими джазовыми великими музыкантами, которые были и есть еще живые. So in my early 20s, at the age of 23-24, I went on the road with Freddie Hubbard, Woody Shaw, McCoy Tyner, and everybody. I was in Jackie Jeanette's band for 6 years, and I played with just about everybody. В 22 года, 23 года, вот вы слышали, он переиграл уже с такими музыкантами, как Фредди Хаббард, и вот он перечислил всех музыкантов. И 6 лет он играл... What kind of orchestra did you do with the 6 years? Джак Джиджанет. Да, оркестр. 6 лет он с ним поработал. And along with playing jazz, I had a very good career playing with R&B, pop musicians, as well as soul musicians, hip-hop, everything. Помимо того, что он занимался джазовой музыкой, он также играет и играл популярную музыку, хип-хоп, там всю музыку, какая только есть. And now I divide my time between touring and teaching full-time at Berklee College of Music. Oh, you are. Он сейчас его работа заключается в том, что он преподает full time. Yes. Он преподает полный тайм в Berklee College of Music. И по мере возможности там же играет на радио и записывает всевозможные музыкальные произведения. And I also have very many private students, international students that I teach in New York. Он также имеет очень много частных студентов, которых он обучает в Нью-Йорке. So you might say that I'm living the musician's dream because I'm able to do it all. Да, он говорит, что может быть музыканты, которые с ним встречаются, dreamed, были бы счастливы узнать и познакомиться и взять какие-то вещи, которые он знает. So what started out as a hobby as a child has taken me all over the world many times.
And I'm able to meet wonderful people like you. Он говорит, что он начал заниматься музыкой, когда он был еще ребенком совсем. И это заняло много массу времени. И в конечном итоге он счастлив видеть вас и счастлив с вами пообщаться и рассказать, что бы вас интересовало. So I'd just like to extend the invitation at this point to ask as many questions as possible at any point about anything, and hopefully, you know, we'll get a very healthy exchange. You would like that somebody ask you first. Он сейчас, как он хотел бы построить свой мастер-класс? Он хотел бы построить свой мастер-класс в форме вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Чтобы он не просто рассказывал вам про что-то, а рассказывал конкретно о тех вещах, которые вас интересуют. Пожалуйста, the first question. У кого есть вопрос? Да, пожалуйста. Please tell us how it happened that you decided to devote yourself to music from the very beginning. Okay. Please. Well, it happened 12 years old. And in junior high school, I played clarinet first. And that was very satisfying, and I learned to play very fast, very quickly. В 12 лет в школе, в оркестре, вы знаете, наверное, в Соединенных Штатах, там в каждой школе обязательно оркестр есть, в каждой школе. И вот он начал в 12 лет, и он играл сначала на кларнете, и очень быстро начал прогрессировать. So one year later, I got flute and saxophone. После года занятий на кларнете он взял флейту и взял саксофон, стал заниматься, да. And that's when things started to happen. I was 13 years old. Он был 13 лет, ему было, когда он уже играл на кларнете, флейте и на саксофоне. It was at that time I found myself in groups with people who were actually old enough to be my father. You know, and I was making money. Yeah, он начал играть уже с 13 лет с такими музыкантами в возрасте, как его отец, и уже начал где-то, ну, по-нашему, зарабатывать деньги, то есть где-то какие-то мероприятия стали играть, кого-то обслуживать, какие-то свадьбы, какие-то там еще что-то. So, money is a great motivator. Yeah, он говорит, что деньги это хорошая мотивация, чтобы как-то заниматься и потом как-то что-то их зарабатывать. And so throughout high school I spent every weekend and through the summers playing in blues bands, dance bands, and pop music bands. Каждое лето они играли со своим составом, со школьным составом, и вот, как он говорит, с людьми, которые были его старше, играли блюзовым составом, играли диксилендом, играли, в общем, всеми составами, какими возможно, они играли. Как правило, я просто вам скажу, как правило, они играют это в парках по субботам и воскресеньям в любых маленьких или больших городах. Вот где они живут, там они собираются и там они играют. И вот это, наверное, дало ему тоже толчок. Yes. So I was very fortunate to be in an environment where all of the fellow musicians were much older than me. Он говорит, что он учился в основном у старшего поколения, и это очень важно. То есть он играл и учился у старшего поколения, чтобы смотреть, видеть и что-то для себя брать. So then when I got to the university, I started to play with people my own age, and that was also inspiring because we all had similar goals. Когда он поступил в университет, они стали собираться в группы и играли группами, ну, ровесников. И что самое главное для них было,
это была главная цель. Цель играть музыку и цель играть как можно лучше. So, there was a very nice balance between playing for a grade, or playing for school, but also playing for profit. Yeah. Он говорит, что очень хороший был баланс между тем, чтобы играть, как вот у нас говорят, например, там в самодеятельности, то есть когда и в профессиональных оркестрах, то есть это вот большой баланс, да, баланс между этим и этим, то есть это дает в общем хороший результат. And so, again, when I moved to New York after the university, things happened really quickly. I started to tour internationally. Mm-hmm. And record on my own with my own groups. Когда он приехал в Нью-Йорк, то у него карьера начала стремительно развиваться. Он записывал свои CD, а также попал в группу, и у него был интернациональный тур по Европе. Everywhere. Он ездил по всему миру с этими составами. Except here. Except here. Here you are. He is, он первый раз в Москве, первый раз in Russia. Первый раз в России. Еще вопросы? Да, Валера? Ну, публика хочет уже слышать музыку, конечно. И было бы легче потом общаться. Хорошо. Everyone would like to hear you first, play a little bit, and after... Maybe have a question. Why you play like this or like that? Or yeah. So, okay. That would be. Thank you. Thank you.
The mouthpiece is from a company in Austin, Texas. It's called Mac Sax. And D-Jazz, Mac Sax mouthpiece. It's an alternative to, you know, what a lot of alto saxophone players play. They typically play Myers and things that are much more common. And I like to do anything that's not common. The ligature is from a company in France, BG, as well as the neck strap. They make very good saxophone accessories. The reeds are from Japan, a company called Alexander Superior. Mm-hmm. I don't know where he gets his cane, but he's based in Japan, Tom Alexander. The saxophone is from a company that's based in Taiwan. It's P. Mariette. This is the Greg Osby custom model, System 76, which is the, you know, we call it the Dragon model. We have the Dragon on the bell and the Dragon. And it has some modifications. And to me, it's the alternative to most saxophone players play Selmers. It has become the standard. My idea is that I very much like the old times when every saxophone player had a very distinctive voice, had his own style, his own approach, his own identity. And so nowadays, since most saxophone players play the same thing, everyone sounds alike. And now, you know, we have a variety of personalities, attitudes, levels of education, and I don't think there's any excuse for people to sound the same. And that's why I like alternative equipment. Even when I played Selmer, I never played Mark VI. I always played Mark VII because it's a larger bore instrument and it sounds different. So that's why I like. Sure. Он говорит, дело заключается в том, что он любит индивидуальность, поэтому у него мундштук, вот как он сказал, совсем не такой, как стандартный. Когда играл на Сельмере, он играл на седьмой марке. Почему? Потому что она ему больше нравилась, он шире, более плотнее инструмент. Вот. И все зависит от того, что вы хотите. Почему? Потому что он говорит, что на сегодняшний день все играют одинаково, и у одного, допустим, один профессионал, другой не профессионал, все играют на одних инструментах, на одних тростях, и здесь какое-то все время одинаковое звучание, он этого не хотел бы, и вот он поэтому, у него такие разные инструменты заключаются. Yes. So for me, this instrument is very flexible. I can get a very bright sound, which I like a brighter sound. Он говорит, что этот инструмент очень flexible. Это значит, ну, он может на этом инструменте сделать все, что он хочет. То есть он может сделать очень яркий sound, звучание, и может также сделать. Вот вы слышали, субтоном он играет тоже такой dark, то есть немножко такой. See, for me, it's easier to make a bright sound darker. Dark sound, right? Mm-hmm, mm-hmm. Он говорит, на этом инструменте ему легче сделать dark, то есть темный звук такой, знаете, нежели чем яркий. Яркий, он все-таки, его надо как-то делать. When I was studying, of course I studied all of the major
alto saxophone players. Он начал заниматься, когда он начал заниматься, он стал изучать всех саксофонистов, имеется в виду уже стандартных, как Чарли Паркер, Сонни Стит, Кеннебал, все саксофонисты, которые были вот 40-е, 50-е годы. But when I visited New York, I would visit New York every two weeks. Он каждые две недели приезжал в Нью-Йорк. And I saw that all of the saxophone players played the same. И он увидел, что все саксофонисты играют одинаково. So I recognized that I was going to have to make some very important changes in my approach if I was going to work. So for 6 months I didn't listen to any alto saxophone. Полгода, короче, он не слушал ни одного альт-саксофониста. Вообще никого не слушал, кто играет на альту. I was only listening to tenor saxophone. Он только слушал тенор саксофон. And not necessarily the more popular ones. I was listening to some of the older players, Don Byas, Ben Webster, who was my favorite, Stan Getz, people like this. Он старался слушать, вот он перечислил этих саксофонистов, он говорит, что не только стандартных саксофонистов, как Стэн Гетц, там, допустим, Бен Вебстер, он слушал и старых, то есть начала века, 20-х годов, то есть вот из Чикаго, там есть шикарные саксофонисты, тенористы. But I still wasn't satisfied. Но он вот все равно... Он хочет вам показать сейчас. So what I did was for maybe 1 year and a half, I transcribed many solos of piano. Он полтора года он снимал, по нашему говоря, снимал соло фортепиано пианистов. That helped to give me the idea of how I play now. Это ему дало концепцию и идею, как вот он играет сегодня. То есть на этой основе его вот сейчас игра, она больше фортепианной. Можно поменять. Не, на саксофоне играет. Что ему дало работа в самодеятельных ансамблях, кроме энтузиазма? Вот что? Он же сказал, что у него был баланс. Ну понятно, баланс. Вот мне интересно, что он взял оттуда? Вот это. Волнует. И второй вопрос, сразу как бы, поскольку все-таки мастер-класс, когда маэстро заиграл вначале, очень впечатлила сразу же рельефность, артикуляция и как бы вот такая вот динамика, звуковая. Да, вот как, если мастер-класс, буквально в двух словах, как заниматься вот на такой вот именно динамикой, артикуляцией и... Professional groups, they give you the... Money. The money. Yeah. And also the idea of how to conduct yourself professionally. Он говорит, что деньги вы слышали, да? Самое главное ему дало то, что он мог уже себя контакт, это значит вести себя как профессионал. То есть вот, свободно в группе, понятно. Уже слушать, уже все, то есть... How to present yourself, dress, how to talk to the audience, how to organize your set, and how to negotiate a contract, you know, how to tour. Профессиональная работа ему дала, вот он сейчас сказал, как подписать контракт, как одеться, что говорить, как себя презентовать на концерте, как составить программу, чтобы она выиграла. То есть это все профессиональные вещи. The desire to learn and to continue moving forward. И вот то, что когда он играл в своем коллективе непрофессионально в таком, то это ему давало энтузиазм и давало много возможностей работы, в смысле какие-то делать находки, что-то экспериментировать, что вот это.
потому что в профессиональной, ну, свобода, музыке, понятно, да, да. В профессиональной музыке сделали и уже все, как говорится, сделали. This is why all of my bands have younger people in, you know, in universities. Mm-hmm. Он говорит, что в его оркестре, в его составе сейчас очень много молодых тоже, студенты, которые... Ну, то есть идет вот такая каша, чтобы все это было как здесь. I mean, the older musicians, they have... Yeah. Каждый из музыкантов имеет свой багаж, с которым он делится, когда они играют вместе. И вот каждый, кто может с это взять, он берет, кто не может, тот отдает наоборот. И вот такая вот штука. Ну, and sometimes bad habits affect the music. Old musicians sometimes have bad habits, you know, and things that affect the business. Он говорит, что иногда некоторые музыканты, особенно вот, ну, будем говорить, там старшее поколение еще, у них есть плохие привычки, которые потом влияют на профессиональную какую-то работу. Выпивать, что ли? Это хорошая привычка. To taking directions, they want to do the big ones. So that's why you jump in people that have more enthusiasm, they want to be there, and they memorize the music. Он говорит, что каждый молодой музыкант, ну, молодой студент там или молодой человек, он хочет быть лидером, и это дает ему возможность вот как раз концентрировать свое внимание, запоминать музыку, что-то быстрее хватать, что-то и как-то вот это развивать все. So sometimes it's more satisfying to play with a group of young unknown musicians than to play with a group of all-star musicians. Он говорит, что иногда даже ему больше приятно работать с молодыми, чем вот уже со звездами. Another question. When you started to play, it was beautiful. And the question, how are you doing articulation and dynamics? That's a very good question. Yeah. Because a lot of saxophone players have a tendency to slur everything. Yeah. Он говорит, что очень много, большинство саксофонистов играет все легат. I'm a fan of very defined attack and breath control. Он приверженец атаки языком и breath control. Это воздух. То есть вот те вещи... Well, yeah, go ahead. So I talk to a lot of older musicians. Eddie Harris, Eddie Lockjaw Davis, Joe Henderson. They were all very helpful to me to talk about how to practice articulation. Он имел возможность разговаривать с такими музыкантами, как он перечислил, это все звезды. И они спрашивал их на предмет, как это все, ну, заниматься, как заниматься и как достичь этого. Вот, то есть это артикуляция, и вот он сказал, дыхание, все это. But on the other hand, I also study the very strong ballad players. И с другой стороны, он старался и изучал баллады. И старался играть. И вот кто играет баллады, он их слушал и старался изучить. Yes, correct. Some players, they make a decision to play very loud all the time. Some people play a certain way. I wanted to be broad and open and capable of playing many styles. So it would increase my opportunities. Он говорит, что некоторые музыканты играют громко, некоторые играют тихо, некоторые играют... И вот его концепция быть открытым, чтобы все вот это вот, и это, и это, и это собрать воедино, и вот... So, a lot of times, you know, when I'm playing softer or slower pieces, I'm kind of hearing, you know, a broader sound in my mind. Он говорит, когда он играет тихо, вот или субтоном, или еще что, он в голове держит, ну это как по-нашему, в общем, в голове он держит все-таки не альт, а тенор саксофона.
Ну, может, покажет пример, как вот заниматься над релефностью. Could you tell, show example how to practice it? Which one? Articulation and breath. Say, for instance, maybe diminished scale. Mm-hmm. Mm-hmm. Он покажет сейчас на уменьшенной гамме. О, шикарно. So that's just slur. Mm-hmm. Сейчас было легато с языком. But I'll break the scale up into different sections and using different attacks. Он хочет разбить гамму на несколько и показать вам несколько штрихов. So instead of this. Язык должен быть очень-очень легким, то есть не должно быть никакого, чтобы не затыкал. So it gives it more definition. Definition is the attack. Uh-huh. It makes it more clear. Uh-huh. Он говорит, что старайтесь, чтобы атака была очень четкой и чистой, чтобы не было каких-то клумурло, а чтобы вот прям четко. So I practice this for years, very slow. Он занимался этим слышно? Много лет. И начиная от медленного к быстрому и от простого к сложному. Then gradually increased the tempo as I got stronger and more coordination in tongue. Потом он начинал немножко ускорять темп с тем, как он достигал каких-то успехов, результатов. То есть он не спешил. That and you know very specific exercises combined with breath control helps to define my personality. Вот это упражнение, которое он показал, ну, артикуляция, и плюс еще дыхание, вот это дает его, вот как вы слышите, то есть это его персоналити, то есть это вот он.
Можно вопрос? Мне бы хотелось бы узнать, вот он играет на модели Грег Осби, он участвовал в ее разработке? И если да, то почему он взял за основу Silver Sonic, King Super 20, да? И какая у него, как он считает, какая разница в звуке между американскими инструментами и Silver? King Super 20 Silver Sonic is actually my favorite saxophone. Он говорит, что это лучший саксофон, по его мнению, это лучший саксофон в мире. Так и есть. I think so. That was the model for this design. King был вот моделью для этого дизайна. Я понимаю, но это... A modern horn that had those characteristics. Все новые, ну, новые модели, вот эти, они имеют вот такие характеристики, как у этого. The French conception is very dark, dark. Brown, and you know, the technique is different, it's more almost like violin. Близко к струнам. Whereas, you know, the American conception is much more articulate, more robusto, more aggressive. And you know, there's more emphasis on character and personality. Whereas the French school is more uniform and they sound the same. Он говорит, что американский более агрессивный, легче, ну, будем говорить, отдает, и как мне кажется, я не знаю, но мне кажется, он более яркий инструмент, более яркий. Американская концепция. Ну вот как он сочетает два этих тембра, и почему он выбрал инструмент, где несколько металлов? Не один, а вот из клапанной системы. The combination of the two gives a more interesting and complex sound than one uniform metal. Ну, он говорит, что это дает различное, другое совсем звучание, нежели чем он бы был весь лакирован или весь... Да не лаки, зело. Да не лаки, зело. Металл. Зело, латун, раструб, эско, серебро. И разница металла в звучании. Не то, что лак не лак, а весь лакирован. Как он говорит, Женя, два металла. Да нет, ребята, послушайте меня внимательно. Не может быть, ну подожди, не может быть саксофон сделан из одного серебра или из одного этого. Он объясняет, что один и тот же металл, за исключением того, что серебряное здесь посеребрено, да, и здесь посеребрено. Это стерлинг сильвер. Да. Полное серебро настоящее. Настоящее? Да. This is the silver all? No. This is nickel silver plate. Nickel silver. Silver, the silver, we also offer a silver neck. Yeah. It's not solid silver. No, we do offer a solid silver neck, but it's dark. Это он не работает, ребята, они уже пробовали. То есть это просто у него ностальгия по Кингу Супер 20, да? I prefer the nickel silver, because it's more brilliant. Он почему он предпочитает это, потому что это более яркий. Яркий. Если ставить только серебро, то это будет dark sound. Нет, а вот это когда играешь на Кинге Супер 20 и на Сильвере, на шестой модели, то у Кинга она мягкая и яркая. А Сильвер наоборот агрессивный. Агрессивный, он говорит, что Сильвер... Вот он говорит, а... Ну, я на вкус и цвет. The issue with the silver is that, of course, it's darker, but it's also fragile. The King Super 20 is very fragile, very delicate. Excuse me, please. As I know, this, your signature model, has two kinds of the neck. Yes. One is solid silver, and another one? Nickel-plated silver. Nickel plated, yeah. Silver, also silver, but nickel plated. It's a combination alloy. You mean it isn't a brass silver plated, it's nickel silver. Oh, it's brass with nickel silver plated on top of the brass. Пишут, что настоящее серебро. Это да, пишут на заборе тоже. Да, да. Есть два варианта.
Да, можно пару слов насчет диска, хромодической конденсации Рассела. И насколько он применяет их. Aromatic conception, yeah. What do you think and how do you use it? I don't if you use it. Он использует ее. What do you think? I may use it in some variation, but I've never studied it. Ага. Он использует некоторые вариации, но он не изучал эту концепцию. I think that it's important for every thinking musician to come up with an approach that's important to them, that helps to define their personality. You know, for me to study the Lydian chromatic concept, which is something else, it doesn't really fit the way I think about music. Mm-hmm, mm-hmm. Он говорит, что некоторым это помогает сделать свою индивидуальность, но когда он стал изучать, для него это не подошло, он другим способом, другим путем пошел. Можно сразу вопрос? Сейчас, одну секунду, вот молодой человек. В чем отличие игры первого альтиста и в чем его задача, цель? Чем отличается от остальных участников группы саксофона в Big Band'е? Is the difference between the first alto player, the leader of the group, and the sideman? In big band. In orchestra. In orchestra. Oh, okay. Well, the lead alto player, his job is to control the phrasing and the breathing of the passages. Mm-hmm. And so the rest of the other saxophone players have to follow him. They have to attack at the same time, breathe and phrase and Он, короче говоря, все фразировки, все дыхание, все должен сделать лидер, а остальные все должны... Это вся работа. Да. Ну почему вся работа? Наверное, для меня надо еще и играть как следует. Приходить вовремя. That's why it's important for a saxophone player to be able to control his sound. Самое главное – контроль его звука, его баланса, вот... в группе и в оркестре. Like some players, they have the sound comes from a different place. Some players, their sound comes from here, and some players, the sound comes from here. It's better. Yeah. This is better. It's harder to control. Yeah, I know. Он говорит, что у некоторых исполнителей sound идет из груди, дыхание грудное, а у некоторых идет вот Say for instance, the throat vibrato, it projects more, it carries more. It's better for a lead alto saxophone. Say for instance, diaphragm vibrato is better because the sound goes this way. Он говорит, когда вот он сейчас играл отсюда, то звук немножечко вот так идет. А когда вот он диафрагмально сейчас покажет, то здесь немножко шире идет. So, for instance, Mm-hmm. More volume, more projection.
больше, громче. Да, еще. Вопрос у меня остался решенным. Это все, что делает альтсаксофонист? Он контролирует дыхание, штрихи и ведет группу, и все. Ну, есть еще что-то? Есть еще что-то? Ну, а что еще, вот, как ты думаешь, что еще бы ты хотел? Я могу догадаться. Все остальное просто. Зарплату побольше надо. Первому альтисту, да. Да, пожалуйста. Задайте вопрос. Talking about individual. Your style is very individual style. I'd rather say unique. So my question is, could you tell us about how it developed through the years, your style, and some of your influences? Не по-русски вопрос. Да, да, он говорит, как он добился этого, развивался вот и самобытный его стиль. Well, as I said, I was very concerned that I wouldn't be able to work if I sounded too much like everybody else. Он говорит, что если бы он думал, что если он будет звучать как все, то он не найдет себе работы. So I set out very early to try to establish an approach that gave me an advantage in terms of how I sounded. Mm-hmm. Он говорит, что он с самого начала начал задумываться, как сделать и как подойти к тому, чтобы был индивидуальный какой-то подход и индивидуальный саунд. So, as I said, I transcribed a lot of tenor saxophone solos, but the real key for me was when I started to study piano solos. Он, как он уже сказал, он изучал теноровых много соло, снимал, но самое главное вот в его конкретно случае дало то, что он снимал фортепиано, что он снимал очень много фортепиано. Now we all know that piano is polyphonic. Да, он говорит, фортепиано это полифонический инструмент, здесь моно. Saxophone is monophonic. Да. So this was my challenge. И вот это его, ну как сказать, вызов, да, вызов к тому, чтобы вот на саксофоне постараться сделать вот. The challenge was to compress the information so that it fit on the limited range of the alto saxophone. Чтобы вот эту фортепианную палитру, чтобы всю вот уместить здесь. Ну вы слышали сейчас играть фараду да 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 да. So what happened was I had to make practice routines and exercises that allowed me the simulation of two hands. Он говорит, что рутинные занятия, то есть ежедневные занятия, были построены на том, чтобы вот эту полифонию всю уложить на и как-то приспособить к саксофону. So, a pianist can play chords in the left. Да, фортепиано может играть аккорд и здесь. And single lines in the right. So и в соло здесь или. So I wanted to devise an approach that sounded like I was comping for myself. Он старался сделать, чтобы было вот как на фортепиано, и это вот сложить все вместе, чтобы постараться играть вот как фортепиано. So I was dealing, you know, with clusters and small groups of information, groups of notes. Он брал немного нот. Okay, so say, give me. Вот сейчас он покажет. So this is the way most people play normally. Это как обычно вот все So I had to deal with a reduction and deal with smaller groups. So give me D flat C, just two notes. D flat. C D flat. Рэб моль до. Вот так. Together. So now I came up with an approach. A whole step above, whole step below, half step above, half step below. So I'm surrounding the note. So OK.
give me F and G flat. So now give me both too. И то, и то. Ага, ага. Okay, so play that. Be sure. No. With the E flat. Okay, now play E flat minor 7. Теперь смотри, сначала вот это нажмешь, потом ми бемоль семерку минор. So it's the same thing. So now I'm dealing in smaller groups, smaller note clusters. Okay, so blues and F. Combined with some symmetrical approaches that gives it kind of a polyphonic sound. Он говорит, что вот он над этим работал, и вот эти вот две, ну как бы сказать, да, и получается потом такая полифоническая, как бы полифоническая какая-то. Combined with the, you know, the articulations. Он, ну, в купе с артикуляцией, с дыханием. Можешь конкретно про дыхание еще рассказать? Какие виды дыхания он использует и какое лучше использовать дыхание для плотного твердого звука саксофона? Well, again, I like to vary the phrasing. Sometimes very short phrases, sometimes very long ones. Он любит и короткие фразы, и длинные фразы. Я понял, он объяснит сейчас, почему это связано с воздухом. Не спешите. So, in order to develop the breath. И вот это вот как раз дает возможность развития различного дыхания. I listen to a lot instruments that don't have to breathe. Он слушал много инструментов, которые инструменталисты, которые да, не дышит. Гитар. Дышит, я имею в виду. So then when I would transcribe a solo, they play very long phrases. И он, когда он делал транскрипцию этих соло, и там очень длинные фразы. Понимаю, хотела спросить, какое именно конкретное дыхание он использует для именно плотного звука? Я его спросил, вот он сейчас идет, хочет к этому подойти.
So what is her question specifically? Specifically, her question is, what kind of breath do you need to have that have a big sound? Wow. Well, most teachers will suggest to play lots of long tones. Да, очень много учителей просят своих студентов играть длинные ноты. I don't. Он не просит этого делать. Он он там. Not every day. Не каждый день, не каждый. Because to do anything every day, like a routine, it turns practicing and it turns music into a job. You know, so I think every day the practice should be modified to fit the problems of that day. Он говорит, что он почему он не просит заниматься своих студентов каждый день этим, потому что каждый день вы должны заниматься над тем, что у вас не получается. А если играть каждый день одно и то же, то у вас не будет времени. For me to spend a great deal of time doing long tones, arpeggios, and scales, intervals every day, it turns the beauty of music, it turns it into a job. And it's not pleasant anymore for me. So I will listen to a recording of myself and then I can hear very clearly what I need to develop. Ну, он говорит, что чтобы ваши занятия не превратились вот в рутину, вот правильно сейчас сказали. Вот. И поэтому он слушает свой, ну, записи свои и смотрит, что ему нужно сделать. Can I tell step by step how was developing your sound, sound the timbre, the tone of your saxophone, just from your age of 13 and to the last days. Step by step, when you work with the breath of your organism, when you work with the choice of mouthpiece, or all the steps. I think ultimately, people, the sound that you have or the sound that you will make is something you really can't change. You can get different mouthpieces, you can get different horns. Ultimately, I think you will sound generally the same on everything. Он говорит, что даже если вы будете менять трости или муштуки, что звук будет все равно ваш, потому что он здесь. But you have to find a setup that allows you to get your sound with a minimum of effort. You don't want to have to overexert yourself. See, a lot of saxophone players make a big mistake of getting the same equipment as their hero. A lot of tenor saxophone players get, you know, balance action with an Autolink mouthpiece, like Coltrane. But they don't sound like Coltrane. They sound like themselves, but they're trying to force themselves to sound like somebody else. So, no matter what instrument I play, it sounds basically the same. But I want a mouthpiece and a horn that allows me to play for a long time and I don't get tired. Он говорит, что главная задача, и то, что он сказал в конце, чтобы он играл долго, счастливо и не устал. Вот это вот главная задача. Почему? Потому что он сказал, что многие саксофонисты берут саксофон, трости, мундштук, как они вот ихнего фаворита, например, там Колтрейн, там еще кто-то, начинает играть, а звук все равно их. То есть индивидуальный. Поэтому самая главная его задача играть как можно дольше, как можно легче. Я прошу прощения, Владимир Романович, я просто хочу дополнить ваш перевод, потому что он сказал, пожалуйста. Он сказал, что главная задача подбора вот этого вот сетапа, мундштук, да, обеспечить саксофонисту возможность играть долго и комфортно без устали. Да, абсолютно точно. Это прям вот точно. Спасибо. Да. Well, when you started your career, did you try to copy some well-known musicians like John Coltrane or maybe Parker, or you tried to make your own style? Of course, I studied the masters.
that came before me. That's the responsible thing to do. Конечно, обязательно каждый молодой человек, как правило, копирует своих кумиров и потом вырабатывает уже свой стиль. Yeah, because you can't really, you can't be yourself unless you know the history. You have to know the history, you have to know the right decisions to make, you have to know what decisions they made. If I were to play any song, maybe Stella by Starlight, I would transcribe 20 versions of it. Not only from saxophone players, I mean also from trumpet players and other instrumentalists to see what decisions they made so that I could have all of the information and all of the knowledge. Он говорит, что чем больше информации, тем лучше, тем можно выбрать для себя и что-то сделать. То есть это вот в общем. One question. I would like to return to one of previous questions about this your signature model saxophone. You take a part of in the work of over this saxophone, and what advices your personal advices was in the design of function? Well, one yes. One major thing was we eliminated the high F sharp key. Mm-hmm. Because I never used it. Он убрал фа, верхний фа диез клапан, он его не использует, и там его нет, он не пользуется. Yeah. Also, you know, I wanted to make sure that this key, the C and the B, had double bracket, so that it would seat. Двойные такие штучки, чтобы... It seat very well, because these two keys, they have a tendency to leak, and they bounce around in the case when you move around. And also, we have the thumb rest has a platform, and that helps to balance the instrument, you know, so I can hold it with one hand very easily. And, you know, also, we found that, you know, making this, you know, plated silver, as well as this, it brings out different characteristics in the color. You know, some instruments they have, this is plastic, that inhibits vibrations. So we found a delicate balance between the alloy, as even with the teardrop here. You know, these small touches mean a lot. I mean, we experimented with these key guards. These were also, you know, cognac lacquer. On some of the series, they are cognac lacquer, and they sound a bit different. Mm-hmm. So, you know. So key guard, coloring of key guard, you mean that it's also. Related to the sound? Same as the rest. Oh yeah, every little thing matters. We also took the lyre from here, from, you know, from marching bands. That's extra metal. It inhibits, because this connection here is very important. It has to be very solid. So we took that off. You know, it's a professional instrument. You know, nobody's going to use this in a marching band. Он говорит вкратце, он говорит, что каждая деталь, вот, которая здесь есть, вот даже вот клапан, вот этот клапан, если его посеребрить, то он уже даст совсем другое звучание. Если вот это сделать лаком, то тоже будет уже. И вот здесь вот, где обычно у нас есть для пульта там штучка, они специально убрали. Почему? Потому что это дает дополнительные резонансы и уже влияет на звук. Вот сделали специально здесь, специально сделали металлическую и серебряную, а не пластмассовую, потому что пластмасса убирает вибрацию и уже на звук. Здесь они сделали специально, чтобы можно было держать одной рукой саксофон совершенно спокойно. Вот здесь они сделали не пластмассовую, а сделали металлическую, тоже для того, чтобы была вибрация, чтобы пластмасса не убирала вибрацию. И он говорит, все вот эти мелочи, которые, может быть, они незначительные, но они дают значение большое для звучания, для звука. But the most important thing was it had to look cool. So most saxophones have flowers in red, but we have a dragon. Dragon. And also a dragon here. That's something.
something that's very important. I think on a global level, the music has been devalued a little bit because some musicians don't present themselves as professionals. Sometimes musicians, they go to the job or to the gig, to the performance, and I'm talking about jazz musicians, wearing the same clothes they've been wearing all day. They don't look like... Он говорит главное, это, кстати, касается и у нас то же самое. Он говорит, что многие музыканты не могут себя презентовать на сцене. И вот очень часто, особенно джазовые музыканты, которые каждый день входят на работу в чем-то, я имею в виду по городу, там, и в этом же выходят на сцену. This is not right. No, I mean, you look at the photographs of all the great musicians and they look amazing. Beautiful, yes. Он говорит, что на всех старых фотографиях, где стоят музыканты, вы видите их во фраках, и они всегда... Это отношение к тому. You go to the classical concerts and they look beautiful. Yes. Because they are proud of the music. Yeah. And so this is why, you know, sometimes when you go to the jazz club and you look inside, it's only men. Because a woman looks in there and she says, I'm not going in there. They don't feel welcome. No. It's like a gym. Да, да, он говорит, что многие приходят на концерты и их это не устраивает. И, в общем, so I think как будто это gym session просто собрались. So the music is a bit out of balance. It's, you know, it's not enough women participating. So in my band, I always have one or more women. My pianist is a woman. Mm-hmm. She's from Milano, and I have my singer is from Lisbon, Portugal. Mm-hmm. And I always have women in my band because I need it to be balanced. Mm-hmm. I mean, I don't want to just play for men. You know, if I play a ballad and I close my eyes and I open my eyes and all I see are mustaches and hairy legs. It doesn't make me feel. Yes, yes. I don't want to play. That's not what I want to play. Он говорит, что в его составе две барышни. И он, когда играет балладу, то он не хотел бы, когда он откроет глаза, видеть бороду и там что-то еще. Он хотел бы как-то что-то вот. И поэтому он так играет. Поэтому он говорит, что вот этот баланс и вот это вот, он всегда себя держит в форме, всегда одет и старается, чтобы все были так одеты. И это слышно, и видно. So we need more women on both sides, on the bandstand and in the audience. Он говорит, что нужно иметь баланс, чтобы барышни были в зале, барышни были на сцене, и тогда музыка будет совсем другой. Then we'll be good. Yeah, and это будет, пожалуйста. Уважаемый Грег, у вас очень... Я так попрошу вас, вы переводите маленьким кусочком. Хорошо. Да? Грег очень редкий человек, и... У него есть карьера музыканта, есть карьера преподавателя и карьера человека, развивающего джаз и композитора. Special person. You are a teacher, you are the musician, you are the writer, and you are the band leader. Yeah. Я надеюсь, что присутствующие здесь студенты зададут вам вопрос о вашей работе как преподавателя. Наверное, это интересно. Но я бы хотел узнать о том, что интересует, наверное, многих любителей джаза, не только музыкантов, но и тех, кто слушает джаз. Вот. Есть мнение, что джаз уже... закончился, он уже вот такой, какой есть, уже больше его развивать невозможно. Вы же пытаетесь работать в этом направлении, хотел бы ваше мнение узнать. Действительно что-то вот можно изменить в этом направлении? Ну, то есть вот про развитие джаза немножко хотел спросить вас, ваше мнение. He'd like to know how do you look in the future for jazz, and how do you think about the difference growing? Я спросил то, что вы спросили. Я спросил, как он видит это все. Jazz is in no danger of dying.
Jazz is stronger than ever. Да, он говорит, джазовая музыка, она, ну, стронг, это очень-очень... Не умрет. Не умрет, да. The reason is because many years ago, maybe as little as 20 years ago, there weren't that many jazz programs in the world. Now every university, conservatory, they have a jazz department. Он говорит, что, может быть, 20-30 лет тому назад, 20 лет, он говорит, не везде, не в каждом университете была джазовая программа специальная в музыкальных колледжах. На сегодняшний день каждый университет, каждый колледж имеет специально джазовый факультет, где развивается джазовая программа. Отлично. And every year, more students are emerging and graduating from these programs that are fully qualified, that are playing, they're playing on a professional level. И он говорит, что с каждым годом все больше и больше студентов заканчивают эти факультеты, и которые идут в профессиональную работу и работают. And so, that combined with the internet allows the transference of information immediately. On a global level. Да, и он говорит, что это вот connected с интернетом, то есть сразу выкладывается что-то, что-то можно сразу прослушать моментально. With this in mind, I mean, the music is not only an American phenomenon, it's a global phenomenon. Он говорит, что сейчас музыка это не только американский джаз, это сейчас по всему миру. This is how it's very simple to travel from each corner of the earth and play with musicians I can't really talk to verbally, but we can talk musically. Он говорит, что не важно, куда сейчас приедешь, но практически везде можно, даже не разговаривая на языке, но можно с музыкантами найти общий язык музыкальный и играть. Yeah, I don't know of any other kind of music where you can do that without. Он говорит, навряд ли вы сможете сразу вот так вот как сегодня взять и заиграть какую-то другую музыку. I can't go to Africa, I can't go to the Middle East or play with people, you know, unless I'm there for a very long time. And you know, and I'm assimilated into the culture and I know exactly what they're doing. I can't go play with classical musicians unless the music is in front of me. But these guys, we have no music. Ну, он говорит, вот как он говорит, что, например, классическая музыка, как он говорит, что должны быть ноты, там надо играть, а здесь вот встали просто, ни нот, ничего, просто... Excuse me, as I understood, the question was a bit in a different direction. About developing of jazz in the world, it was like, if we look in 20th century, first 80 years, every decade, was something new style of jazz. Right. First 80 years, but last 25 years from this day and to the past, last 25 years, we don't see anything new. Well, I disagree also. Он говорит, что не согласен. In New York, there are... А что это было? For instance, in New York, there are подождите, groups, pockets of musicians, pockets of activity, pockets of people who are working on new directions, new approaches, new concepts. The problem is the general world economy, and there are fewer places to play, but people are rehearsing, they're working on in smaller venues, they're working out different ideas, different types of composition, different structural and conceptual approaches. In the early 1980s, when I first moved to New York, many of us young musicians, we were mostly bebop players, but we were not satisfied with that. So we got together maybe twice a week to work on music, and we started a musicians collective called the M-Bass Collective. It was me, Steve Coleman, trombonist Robin Eubanks, pianist Jerry Allen, drummer Terry Lynn Carrington, you know, Graham Haynes and trumpet, you know, different people, and we actively, constructively worked on music. Through our experimentation, a lot of other people started to do the things that we discovered. And so you have a second generation of musicians who use the things that we worked out. So it's on a smaller level, but things are happening. Он говорит, что это все-таки идет развитие, но не такое, как раньше было. Раньше прям выскакивали сразу,
там Колтрейн, там еще такие люди. А на сегодняшний день этого такого нет, но все равно весь процесс идет, как он, я так понял. Извините, очень важный и несколько, да, немножко провокационный такой вопрос. Да, пожалуйста. Вот, вытекающий из предыдущего, что в Америке сейчас очень много факультетов джазовой, да, музыки, да? Да. А какой выхлоп таких, ну не выдающихся, а хотя бы таких, ну глубоких музыкантов? И все-таки в Америке, наверное, есть какие-то престижные такие заведения, где наибольший выхлоп хороших музыкантов? Вы их сложно обойдите. Он знает. Could you tell how many the last few years do you know the people who finished the jazz faculty is the top of the world? Do you know some people from America? Очень много. Ну а есть какие-то престижные, именно которые куда все стремятся? What kind of university is the prestige where you should go to study jazz music? Okay. How many and what you recommend? Well, of course. The Berklee College of Music. Yeah. And who is the best teacher in Berklee? No, everyone. Terry Lynn Carrington. She teaches there, drummer. Mm-hmm. Rob Peterson, also a drummer, teaches there. Joanne Brackeen teaches there. Sean Jones on trumpet. Bill Pierce. George Garzon. Mm-hmm. So they have a very, very strong faculty, but they also have, New England Conservatory, which is a few blocks away from Berklee. Mm-hmm. I mean, Jerry Bergonzi, George Lewis, Jason Moran, a lot of different people. Then you have Manhattan School of Music in New York, and the New School in New York, New York University, Peabody Conservatory in Baltimore, where my friend Gary Thomas teaches, North Texas State. And every major and minor university has a jazz department. Mm-hmm. So it may not be a popular school or well-known school, but most places have a very strong program. Mm-hmm. Он говорит, что каждый университет, вот он перечислил, но самый главный это вот Berklee School, Manhattan Music School, Нью-Йорк University и другие, но он говорит, все равно в каждом маленьком или большом университете обязательно есть Department of Jazz Music. И там неизвестно, может быть, где-то из какой-то провинции может появиться просто супер кто-то. И как вы к среде относитесь, например, к майамскому, там где Сандоваль, Эткале? Майами? What do you think about the Miami University? Where is this? About rating. Of rating. I don't know. They have a good program. Mm-hmm. However, I wouldn't want to study in Miami because it's too nice. Mm-hmm. Он говорит, что it's sunshine every day. Who wants to be in class? Наверное, хорошее место. Он говорит, там очень хорошая погода, поэтому там в класс никого не загонишь, поэтому он бы не стал там учиться. But however, I mean, given, we still have a lot of programs in class, but I still think that the most important thing for young musicians to do is to have a mentor. Mentor. A mentor, an older person who's experienced, mm-hmm. who can give them first-hand knowledge, mm-hmm. information. It's like an apprentice. Он говорит, что самое главное для студентов это иметь хорошего преподавателя, который может, хорошо, в общем, дать основы и подсказать что-то. Yeah, the problem with a lot of young players today is sometimes a lack of respect, for people who have more experience, and so their music lacks depth. They have the technique and the facility, but they don't have the heart because they're too arrogant to listen to somebody who's done it more. Он говорит, что сейчас очень много студентов молодых, они не имеют респект, то есть они не уважают
будем говорить так, старших, они играют здорово, они играют все, у них техника хорошая, но у них нет еще вот сердца, души, они еще не сразу все понимают, и поэтому вот немножко такой, как дисгармония. I was very fortunate, you know, my first tour to Europe with Dizzy Gillespie. We had the concert, and then the next morning, I went to have breakfast. I sat at the table with, you know, with Dizzy. We were eating breakfast. Then Ray Brown sits down next to me. Mm-hmm. Then across the table, Oscar Peterson sits down. Wow. Then the Heath brothers, Jimmy Heath, Tootie Heath, and Percy Heath, they came and sat down. They're telling jokes and telling stories. Then James Moody comes and sits down. Mm. So, and then all these people, then Ella Fitzgerald walks by. Oh. You know, so I was 22 years old. О, он говорит, вот он первые его гастроли в Европу были такими, вот как он перечислил, концерт они отыграли, он пришел позавтракать, и вот все вдруг вот собрались такие люди, и естественно с такими людьми вот вы его видите после этого. Ну я так понимаю, а там. Going after a lot of older musicians to sit down with them, buy them dinner, talking, buy a drink, and tell me some stories that are not in the books. Он говорит, что после этого он еще на протяжении долгих лет, чуть ли не 20 лет, он старался, если есть возможность, пригласить музыкантов, кто имеет большой опыт, ну посидеть с ним, спросить, как это, как то. Ну, естественно, где-то там drink a little bit. So I mean, so they, you know, a lot of the information was not necessarily music information. Да, очень много информации не обязательно музыкальной, очень много информации другой. То есть вот он рассказывает, что они анекдоты рассказывают, там какие-то былины, у кого-то что-то было где-то как-то. И это тоже большой опыт. They give you life lessons. И это дает тебе вам жизненный опыт. Business advice, relationship advice, how to deal with people in the business. Как иметь какие-то связи и отношения в бизнесе, как себя вести, как себя преподать, как что. A lot of things that I learned from the older musicians was not what to do, but it was what not to do. Он говорит, очень много он узнал от своих старших товарищей не то, что надо делать, а то, что не надо делать. And could you tell us a bit about job opportunities for young musicians in the USA? So is it easy for people who graduate from university to find the job? Well, it's easier for people who graduate from university to find a job teaching. They can get good teaching jobs because they have the degree. The problem is that it's very competitive because now there are more musicians than ever. Mm-hmm. There's so many programs, at the end of every semester, more musicians are competing for the same jobs. And that's compounded by the fact that these musicians play much better than they used to play. People become very good faster and younger now because you have the internet, you have digital access. I mean, I can give you information, and you know, there are people that are very young that play better than a lot of older players. So it's very competitive now. But it's also, it makes people work a little harder because there's not only opportunities for playing, but there's opportunities again for teaching, for writing for films, for writing for television commercials, for conducting, for writing for dance choreography, for, you know, for things. I mean, so there's other ways to make music other than just playing it, you know. So there are some people that I know that are very good musicians, but they only compose, they only write music, they don't even have to play, you know. Очень. Он сказал, что во всяком случае на сегодняшний день довольно-таки проблематично и тяжело. Единственное, что он говорит, что, например, после университета можно идти сразу преподавать там в школу или еще куда-то, или где-то. Почему? Потому что они закончили все. Но играть это, в общем, довольно-таки сложно. Почему? Потому что сейчас очень много молодых играют так, что
ну, здорово играет, но тем не менее все-таки заставляет других людей и вообще работать более интенсивно для того, чтобы как-то добиться каких-то успехов. И он говорит, что один его знакомый, очень хороший музыкант, который играет здорово, но он только занимается композицией. Почему? Потому что вот, ну, что-то там не склеивается где-то, а вот композиция будет. But school isn't the complete answer, because a lot of musicians, they have good academic knowledge, mm-hmm. but they don't use their ears, mm-hmm. they can't hear. Mm-hmm. So therefore, if there's no music in front of them, or if they don't know something, they can't play. So it's very important to develop the ears. You kind of have to have good intuition, the good instincts first. Mm-hmm. Он говорит, что прежде всего для того, чтобы вот извините, excuse me. Sorry. Он говорит, что прежде всего нужно иметь хорошую интуицию. И он говорит, что много людей, которые заканчивают, они вот смотрят в ноты, но они не слышат, и они не могут пользоваться своим слухом. И должна быть хорошая интуиция и хорошая реакция, особенно вот я считаю в джазовой музыке, когда идет импровизация. So to demonstrate the importance of having a good ear, I'm just going to play. And they're gonna hear it, and they're gonna play with me. I'm not gonna tell them what song it is. Mm-hmm. I'm sure you know. Yeah, that. Он проверит сейчас, как они слышат, хорошо или нет, знает. Это профессор Рава. Thank you.
всего набирают. Почему? Потому что я думаю, многие это интересуют, да? Два с половиной, три. Alexander Superior. Alexander Superior. If it works, it's fine for me. I use it until it stops working. Or until it stops working. Exist opinion of Ken Etterly was playing on number 5. It's very close now, but he sounds has a great sound. Yeah, well, he had a very large air capacity. You know, he was not a small guy. You know. The whole point for me was to give the illusion that I might have been, you know, a larger person. So that's why I listen to a lot of tenor saxophone players. A lot of alto players have, you know, a very small sound or a very annoying sound. It's not very pleasant. So I listen to a lot of tenor saxophone players so I can have a broader sound, but also to be able to project and have, you know, volume when I need it. I'm really not a fan of playing very loud. You know, Lee Konitz is, you know, a good friend of mine. He comes to all my gigs and, you know, and we talk a lot about that. And you know, there are some players who play very loud, but they when they play soft, the sound is not very pleasant. So I want to be able to control it most of all. Он сказал, что он не сторонник игры сильно громко или сильно. And bearing in mind the fact that now it's a bit difficult to find a job, some people prefer to combine two roles, for example, to be an economist and to play saxophone. And from your point of view, is it possible to be successful everywhere, or if you are, want to be a really good professional in music, you should dedicate yourself only to it? I think it's possible to multitask these days. There's no rule saying that you have to be any one thing. And I think it may be wise to have another identity or to have another profession or another level of focus. It's a good thing. I think it's enriching. I know a lot of musicians who their lives seem very incomplete because all they talk about is music. They don't have any other activities, any other interests. So I think it's important to be more broad. I mean, you know, I'm fortunate that I have a lot of different things happening for me. I have, you know, the teaching, I have the touring, I have the recording, I produce a lot of CDs, and I have my own label. I have 41 artists now. It's called Inner Circle Music, and we have international artists from all over the world. And so it keeps me very busy and very interested in a lot of different things. I like food, I like cooking. You know, I like clothes, shoes, you know, antique stuff. You know, I like, you know, design, art, photography, dance, theater, poetry. I have lots of interests. All those things I managed to bring back into the music so that I can be a well-rounded person. Because I know some musicians, the only thing they talk about is music. Mm-hmm. And it's a very, very small world. So I think it's important to be broad-minded. I think so. I agree. Он сказал, что все поняли или нет? Нет. Значит, он сказал, что чем человек больше имеет интересов в жизни, тем лучше и как-то вот складывается. Он, например, может делать вот все, что он сказал, и очень занят, но это все ему помогает и складывается в музыкальном плане тоже. Да, пожалуйста. Please tell us how you build your lessons with your students and their self-practice. Good question. In the university system or conservatory system, they have curriculum that everyone must follow. They have to know certain levels of material, scales, arpeggios, harmony, theory, logic. However, I like to take it more personally, because everyone is an individual. So during my first couple of weeks with any student, I'm seriously evaluating their abilities, you know, where their strengths are and their weaknesses. Now, and I spend a great deal of time working on their weaknesses. I don't waste a lot of time having a student do things for me that they can do very well, because
why bother? I want to work on where they have the mistakes. So we listen to a lot of recordings and we analyze the recordings. We say, oh, you need some work, you know, your intonation is bad, or your time is bad, or you need to work on your scales, or you need to work on your technique or your fingerings in a certain area. So we can focus in on those weak spots. And that's my point. I give commentary, advice, and you know, give them supplemental information to help them with the things that give them a lot of difficulty. Вы можете спросить, а в среднем, усредненно, как это выглядит? Он, сейчас я скажу для всех, да? Он сказал так, что строить свой урок таким образом. Он не спрашивает студента то, что у него хорошо получается, он работает над теми местами, которые у него плохо получаются. Дает свои советы, слушает что-то. Например, он сказал, где-то интонация плохая, допустим, где-то ритм что-то, в другом месте где-то не совпадает что-то еще с чем-то, где-то поменять там аппликатуру или еще. Это я просто так говорю. Вот. Но он старается работать над теми местами, которые плохо получаются, и дает возможность студенту прорабатывать эти все штуки и потом ему показывать. So, what about self-practice of your students? What they do every day? I don't know, because I don't believe in routine. I don't believe in doing the same thing every day. It's very boring, and again, it makes music a job. I think the quickest way to develop a practice routine for yourself is to listen to a musician, what a musician's best friend is. The musician's best friend is a recording device. And you can listen to that recording device and it's very, very obvious where your, you know, mistakes are and where your weak spots are. And every musician has them. I can listen to a recording of myself from today or from yesterday and I say, well, I need to work on technique in this key. Or I need to work on scales in this key, or my intonation is weak, or my sound is weaker. And you can organize, you know, a very dedicated practice routine for that day. Of course, you know, with the support routines, you know, scales, arpeggios, long tones, we're going to do that anyway. But specifically, you know, you work on the things that give you trouble. And one mistake that students make is not doing things slowly enough. Students always want to play fast and loud, and they don't have the patience to slow the metronome down, and you know, and then gradually increase it as you get better. So I, one of the biggest lessons that students need to learn is patience and being honest. You know, recognizing that you have problems. Thank you. Самое главное не спешить и быть четко, не обманывать себя. Если что-то не получается, над этим работать, пожалуйста. Ну, сказали про дыхание, сказали про атаку, а важна ли постановка аппарата? И есть ли какая-то у вас универсальная? И вот, например, Эрик Мариенталь предложил там как-то какое-то свое видение, это, да, ну как бы выпустил свою школу. Есть ли у вас какие-то вот советы или? She asked about the embouchure. And what do you think about Eric? About the embouchure? Do we have individual or we have universal embouchure for sax? Eric Mariental. Video school. Video school. Lesson of Eric Mariental. He proposed very open embouchure, very open. Yeah, well, I have a very different idea about that. I don't think there's anything universal. Он говорит, что не могут, да, все вещи. You know, it changes. The sound changes based upon, you know, if you take a little bit of the mouthpiece. Sounds good. Then you take more. But see, it's just uncomfortable. So I change depending on, you know, the situation. Body and soul. 3, 4.
that's a more tenor saxophone way of playing. I like to have a lot of air in the sound because I love Ben Webster. Mm-hmm. Ben Webster has a lot of air in the sound. Now, technically, his thing is wrong. Once again, 3, 4. Maybe Eric Marienthal might play, you know, brighter and stronger. 3, 4. Different techniques that are exclusive to the saxophone that you use. 3, 4. Soft but very bouncy. 3, 4. Very up and down. They had a very vertical way of playing the saxophone, mm-hmm. because the saxophone was actually constructed differently. So they articulated with a very, you know, vertical navigation. Now, after Charlie Parker and his discoveries, the playing became very linear, very horizontal. Mm-hmm.
Понятно это, да? То есть то Чарли Паркера в основном играли все, обыгрывали гармонию вот, ну, по аккордам. А после, а Чарли Паркер уже стали играть более фразировку, фразы такие линейные. But it's important to study them all so you have more options. Если вы будете вот это все знать, у вас будет больше возможностей уже для себя. I made it a point to study, you know, the people that I liked and also the people that I didn't like. Он предпочитает не только изучать и рассматривать людей, которых он любит, музыкантов, но и тех, которые ему не особо нравятся, но он хочет знать, почему не нравятся. Information is free. Да. Он говорит, что информация пока на сегодняшний день бесплатна. А кто не нравится? Ну, из известных. Провокационный вопрос. О, no, no. I won't say I don't like them, but I like less. Он говорит не то, чтобы он совсем не нравится, а ну немного не нравится. Yeah, I've чего недолюбливает. Yeah, I like a lot of alternative players. Он ему нравятся альтернативные, довольно-таки разные исполнители. And a lot of non-saxophone players. И очень много не саксофон, не саксофонистов. I think one of the most powerful and you know, one of the most beneficial things that an artist can do is to borrow information from something outside of their typical instrument. Arena. Yes. Mm-hmm. And then to bring that and incorporate that into their work. Он говорит, что очень хороший результат дает возможность повзаимствовать с других инструментов. То есть вот как он говорил там, допустим, с роялем, может быть, даже вот какие-то штрихи из контрабаса, где-то со скрип. То есть это не важно откуда. Может где-то с вокала, да? Do you think about the vocal? Vocal. Maybe something you take from vocal. Yeah. Он говорит, да, я использую это. I love singers. In fact, in the early days, when I was young in New York, around the corner from my apartment, Betty Carter lived there. And every Sunday afternoon, you know, she would cook. Well, not every Sunday, but sometimes she would cook and invite me over to talk about music and to give me a hard time. И он приглашал его иногда поужинать, и они имели беседы, и он давал ему hard time, то есть он его накручивал, чтобы он занимался. А кому? Бенни Картер. Бенни Картер. Бенни Картер. Бетти Картер. Бетти Картер. Бетти. А, Ши, да. Ши. Among many others. Сейчас саксофонист Джефф Коффин. Джефф Коффин. Как вообще к нему относится и вообще что это? What do you think about him? That's an interesting question when someone asks you what do you think about something. Because an opinion or somebody's idea is really very personal and people like things for different reasons. I can't speak about Jeff Kaufman because he's a good friend of mine. But I like his playing, I appreciate where he's coming from, but we have different ideas of what's important. Он говорит, что он является его приятелем. Поэтому он не может о нем так сильно говорить, но он говорит, он играет неплохо, он играет в другом стиле, вот, и у них разные подходы, но это не говорит о том, что он там хуже или лучше, просто они разные. I like a lot of musicians for different reasons. Reasons other than that they're really great technically or whatever. I like how they express things, you know, their perception of music and life and art, and not necessarily because they play fast or loud, it's for other reasons. And that's why outside of Coltrane and Rollins and Wayne Shorter and Stan Getz, I like a lot of other players. I like Eddie Lockjaw Davis and Eddie Harris and Ben Webster, people that nobody talks about, Gene Ammons, and, you know, Art Pepper and Lee Konitz.
you know, Warren Marsh and Don Bias. I like a lot of the other players that nobody talks about. Он говорит, что ему нравится, вот он перечислил всех этих, говорит в основном об этих уже музыкантах, мало кто говорит, говорят вот Колтрейна, Паркер, там еще что-то. А это он любит, вот, ну не то чтобы любит, а он их знает, и он старается это как-то в себе аккумулировать и исполнять. You mentioned the inner circle. Can you say a few words about what the people you produce and what options like you give to people and when you ask to people like in order to be able to record on this label? Well, I spent 20 years on major labels. I did 4 years on PolyGram International, and I did 16 years on Blue Note. I did, so it became time for me to go independent. After a while, because I wanted to own my own work. At the time, I was working with the Grateful Dead and Phil Esch and some of these groups, and I recognized that they owned all of their work, and I wanted to own my stuff because it just hit me one time. I was at the Village Vanguard with my band, and I realized that if Blue Note wanted to reissue any of my CDs, they could do so, but they could also put a monkey on the cover because they owned it, and I didn't own it. So I felt really bad that after 20 years of recording, I didn't own my own work. So I wanted to start something where I owned it. And I also wanted to have a label that was full of people who exhibited the characteristics, the artistic characteristics that were important to me, which is individuality, honesty, and not trying to satisfy other people. Not doing things for the money, and also people whose music reflected that they really sacrificed and studied a lot. Because, you know, there is some music where you can't tell if the people have been playing for, you know, 5 years or 5 days. It sounds the same. You know, so I wanted to be part of a collective where it was obvious that the people had really worked on their craft. Internationally speaking, I wanted an international label, not just people from New York. Много лет я писался на разных компаниях, и к какому-то периоду своей жизни я пришел к мысли, что все, что я делал, в итоге выходило не совсем так, как я хотел, потому что это мне не принадлежало. Если они хотели там обезьянку на обложку посадить, они сажали обезьянку на обложку, и в результате на каком-то этапе я решил точно, что я хочу владеть собственной музыкой, то, что я записываю, и потом решил создать компанию, которая бы опиралась на некоторые ключевые факторы, такие как честность, понимание и исходник — это именно музыка, то есть то, как ты хочешь, чтобы это звучало, а не то, как это надо продать, не то, как это нужно, чтобы выглядело и так далее. You said that you played with some hip-hop and pop musicians. Are you interested in their styles, or it was just work? No, I was very interested in it. In fact, I did a couple of recordings, you know, with hip-hop artists that did very well for me. The videos are on YouTube, actually. If you, you know, go to YouTube, you'll see my hip-hop videos. One recording, some of the songs were produced by a Tribe Called Quest and Public Enemy. And then another one was some tracks were produced by Pete Rock and CL Smooth. You know, this is 20 years ago now. You know, this is 1993, 1994. But I only did that kind of stuff for a short while because it became boring. Because it was just repetitive and repeating over and over again a lot of the stuff. And I got tired of playing for people whose their clothes were three sizes too big. Давно этим занимался, и всего две, он сказал, две записи. Есть в Ютубе, можно посмотреть. Да, пожалуйста. I have a question about working with your students. When you work with your students, do you prefer them to learn the music divided by different eras, for example, 30s, bebop era, or 60s, or, you know, when they learn at one time all styles and all eras?
I think it's important for them to know the eras, to know the stylistic characteristics that are exclusive to those eras. That helps them with their interpretation, to know who did what, to know who was famous for a certain approach and a certain style. That gives you reference. Otherwise, things become confused and they start to mix, and it's not very, I don't want to be completely academic about it, but I think knowledge and acknowledgement of who made certain advances and innovations is very important, because some people might do things incorrectly. You might say, mm-hmm. okay, play Dixieland, and then they play something that sounds like, you know, ragtime. They're two different styles, or hard bop and bop, or bebop. It's like two different styles, or gospel jazz and acid jazz rock fusion. You know, all these different styles, they represent different eras, and it helps them to interpret it, and people are responsible. Он говорит сейчас о различных стилях. И вот вопрос был, если студент выучил это и это одновременно. Он говорит, что желательно, чтобы студент знал, когда это игралось, кем это игралось и как это игралось. И чтобы не было микста в голове, если играет, например, он сказал, там, рэгтайм или еще что-то, чтобы это был этот стиль, чтобы он знал, кто играл, чтобы он мог послушать, как это в действительности раньше звучало. Greg, by the way, do you listen to classic music? I do, but I don't have a vast knowledge of classical music. I just hear something and I like it, and then I call my classical friends to identify it and get it for me. I didn't really study it. I studied classical music for maybe 1 year, but I was very resistant because I was only 18 years old, and I, you know, didn't really care for it. You know, I thought it was just powdered wig music, and it didn't really help. It wasn't until I became a professional that I listened back, and I found a lot in the music, and I started to take some of the information and use it. And so now, all music is valuable to me. I use it as resources, you know, for composition and for conception. То есть на сегодняшний день, когда ему было 19 лет, он послушал немножко и сказал, что это пока не для меня. На сегодняшний день он вернулся к этому, и он сейчас использует весь материал из классической музыки отовсюду. What do you think about the mix of contemporary jazz music and electronic? I'm not saying hip hop, but like deep electronic stuff, you know, do you think it has some future, like, what? I think, you know, anything that's done with a strong concept behind it has a lot of potential. See, a lot of people do things just because they hear other people doing it. Then there are some people that are more original in their thinking, and they do something because they really hear it. They hear a concept, they hear that it speaks to them as a voice. And it's like a really valid environment for expression. That's good. But to do something just because it's popular, like, okay, so there's a whole lot of smooth jazz saxophone players. And there's a lot of really bad ones because they're not doing it originally, you know. So I think everything is valid. Okay. I think it's, you know, it's good, but it has to be done well. You know, with a lot of thought behind it and a lot of preparation, not just thrown together quickly and done carelessly and recklessly, because it's better to not do it at all. You know, the same thing about jazz. There are a lot of people that play jazz really badly, and they want money for it. It's like, you know, you're not ready. You're not ready. Anything done well is worth doing. Он говорит, что любая вещь или вот то, что вы делаете, должно быть сделано добротно, и тогда это имеет существование и может быть в будущем и где-то использовано. Вот он сейчас сказал, что говорит, многие играют джаз не очень хорошо и хотят деньги, но это ненадолго. Could you play your composition with your design and your label? Some of your composition. Sorry, not label.
Его композиции, его. With them? Yeah. Okay. I'll give you a little example. Okay. Okay, this is in three. Okay. Here's the bass line. Bass line is... G minor major 7. D in the bass. Minor major 7. D in the bass. G harmonic minor. Thank you.
Это самое лучшее, что я могу сыграть без репетиции. Very small example. And that was just based on a mode, you know, just a harmonic minor. Or harmonic. Or melodic. Better with drums, because then we can get very Middle Eastern with it. Mm. But that was fun. So in conclusion, I want to thank you all for coming today. I'm very dehydrated now. I need some water. And you know, it's very important to me to engage in stimulating verbal exchange with people, to talk. I mean, I talk a lot. And, you know, we have certain limitations today, of course, but I have a lot of enthusiasm about art and about music. And every single day I have very inspiring discussions with other musicians about what they do, what decisions they make, and why they do, you know, what we do. So it's very important for us to stay stimulated and to keep talking about music. I mean, I don't have all the answers. Nobody here has all the answers. But I mean, you know, there are maybe 40 people in here. So that means that for any question that you have, even in this room, there's 39 answers. So we have to be very brave and very fearless in our pursuit of information, to go after it wherever you think the answers are. And I think, you know, we'll get further ahead as a united society. Он сказал, что надо быть открытым к информации, общей, я говорю, не точно, а чтобы открытым и брать информацию отовсюду, и разговаривать, и общаться между собой, и не стесняться задавать вопросы, потому что на каждый вопрос есть 99, а может быть и больше ответов. Поэтому, чтобы вот, а он любит отдавать и любит тоже брать, поэтому вот... Если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста. Last question. What is it? I don't know. Yes. Вот на данный момент нашел ли он свой звук вот в музыке? И если нет, или продолжает. As artists, I mean, we want to be progressive. Mm-hmm. We don't want to stop. Он говорит, что как артисты мы хотим всегда идти вперед. So we should consider ourselves works in progress. И мы, он говорит, что ну, артисты не предпочитают, а работа дает им, ну как сказать, прогресс. А можно такой еще вопрос, да. Немножко возвращаясь к сказанному ранее. Грег Олсби сказал, что раньше он играл на саксофоне Selmer Mark 7 и предпочел его... Selmer Mark 6. Как бы это не классическое такое предпочитание, да? Предпочтение. Вот, чтобы еще поподробнее немножко он остановился. То есть вам хочется узнать, почему он играл на Mark 7? С чем это связано? Почему он отказался от Mark 6? Why you prefer Mark 7? Selmer?
all your Mark 6s? No, not number 6. Well, the Mark 6, it never felt right in my hands. And the sound is small. Маленький sound, узкий. And small sound of Mark 6? Yeah, from me. And the Mark 7 has a larger bore, so you can put more air in it. It spreads better. And also because everybody plays one. That's the main reason. The main reason I don't play it. Он не хочет играть. Основная причина, потому что мы все играем. Это основная, да. And what do you think about Summer Super Action? Those are good. Those are very good. They're very good. But I just don't want to play Summer because it's like wearing the same clothes as everybody. It's like eating the same breakfast every day. But I don't really care about the brand. Yes. I care about the ideas. Он говорит, что он не так заботится о марке какой-то там саксофон такой или такой, больше о том, как он звучит. But, I mean, any, you know, this isn't. I'm not here just to promote the market. I mean, I love the instrument, and you know, I stand behind it. But if you find a good horn, it doesn't matter the brand. It's like what goes behind it, what goes into it, you know. Don Byers played a very unusual one. Он говорит, что самое главное, он не приехал сюда рекламировать какой-то саксофон или еще что-то. Он говорит, вы можете найти любой саксофон, любой, он вам подойдет, и вам не надо будет никаких других. Johnny Hodges played a Vito. Vito, So, if you find something that works for you, that's what you need to play. То есть каждый индивидуально себе. Есть. Пожалуйста. В работе со студентами он требует точно снятых соло, или все-таки больше отталкивается от гармонического вот маленьких фраз, чтобы студенты контексте, сами... Я понимаю, в каком контексте, когда вы снимаете соло или когда вы делаете импровизацию? Ну, вот, выучено точно соло, он требует When you ask your students to copy a solo, and what do you need? Is it exactly or is something else? Something exactly. They can either. Абсолютно точно. They can transcribe the whole solo or just maybe the parts that they like. Mm-hmm. Mm-hmm. С чем связано? Он только до этого сказал, что для того, чтобы знать очень хорошо все стили. Если, например, делать импровизацию, там, допустим, снял соло, что-то использовал, что-то, тогда это уже его соло. А уже когда он снимает, то там должно быть уже точно артикуляция, там, динамика, где-то акценты, где-то длинно, где-то что-то. Я так думаю. But it's important for students to transcribe many versions of the same solo. Он говорит, что очень важно для студентов иметь несколько версий одного и того же произведения, разных, может быть, даже музыкантов. An example of one of my students playing a solo transcription. She emailed it to me just yesterday. So here's a text message that was sent to me yesterday by one of my students. She studied with me for 3 years at Berklee College of Music. She's a very, very, very fine tenor saxophone player. Her name is Melissa Aldana. And she won the Thelonious Monk competition last year. And now she's touring a lot. She's from Santiago, Chile. Her father is the top tenor saxophone player there. And she just sent me a text, you know, just yesterday of her playing a solo. It's a solo that I gave her a year ago. It's Don Byers. She's playing along with it right here. And so she has a very good ear, and she plays so perfectly that it almost sounds like the same solo. I don't know if you can hear.
So and she's doing it by ear. She didn't write anything. You don't know it? She remember. She didn't listen, and she plays the whole thing. She's a very incredible. 26 years old, and very incredible tennis player. То есть сверху плюсы, получается, человек играет прям в нулину, да? Да, да. Mm-hmm. Что самое интересное, что она не снимала ничего, она все выучила наизусть. Прослаждения не было, то есть? Да, вообще. Она играла прям все. И по штриху. Any final questions? Final. Можно вопрос? Да, пожалуйста, последний. Это пожалуйста. А вот когда во время занятий, то есть со своими студентами, вы... В обязательном порядке представляете им, ну, вернее, невозможности, а заставляете ли их играть на фортепиано снятый соло каких-то исполнителей конкретных, ну, чтобы, то есть... На фортепиано? Ты имеешь именно на фортепиано, на keyboards? Да, именно на фортепиано заниматься. He would like to know, did you ask your students to play this solo on the keyboards? No. 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 Yeah. But yeah, they should have an understanding of how it works. So when they write out the solo, they write the chords and they know where everything goes and the decisions that are made. Он говорит, что когда вот они все снимают, ставят аккорды, потом у них смотрят, как все это сочетается, все, но он их не просит играть на рояле. Аккорды могут играть, но соло само все-таки на инструменте. Скажите, а игра во всех тональностях, это входит в обязательные спектр задачи? So what happens, you transcribe the solo, then you take parts of the solo that you like, and transcribe that in the future. Say for instance, I transcribed the Bud Powell solo a long time ago. And so there was a Bud Powell line that I like a lot. Give me a G minor 7. Up a half step. Half step выше на полтора. And you know, whatever. So, okay. So, I transcribed that and put it in 12 keys. So now I know that it works. So give me G minor 7 again. G minor 7 flat 5. Minus 5. Right? Okay, G augmented. G diminished. So it's the same line, and I changed the accidentals. So that means now I can use that in many different places because I know how to make it work. Он сказал, что вот это он сейчас показал одну и ту же фразу. Он ну транспонировал во все ключи и потом он еще транспонировал во все аккорды. То есть все вот эти случайные знаки, которые он менял в аккорде, там минус 5, там, допустим, увеличенная 5, он тоже здесь менял, и все это уже сходилось, и вот это уже он считает, что это работает. Там, где он чувствует это, он это вставляет, и оно работает. Right? What do you think about the improvisation? What is it? Could you tell it? Я спросил, что он думает о импровизации и конкретно, что бы он мог сказать об этом. Yeah, go ahead. What do you think? Well, improvisation is 50% memorized material. And 50%... One second. 50% вы должны запомнить материалы. And 50% spontaneous thought. И 50% интуитивно, спонтанно где-то включаться. So a lot of things that you hear people play in jazz are things that they practiced, that they memorized.
много вещей, которые вы слышите в джазовой музыке, которые люди практикуют и которые они запомнили. And the other half is things that they respond to. They respond to what they hear. They may respond to what the drummer may play, or what the bass player may play, or the pianist may play different chords. So they're listening, so they're responding to that. И 50% он говорит, что это должно быть спонтанно. То есть, когда играет там барабанщик какой-то, какую-то интересную ритмическую фигуру сыграл, вы должны повторить там, или не должны, а хотите повторить. Или там, допустим, рояль или бас. И вот это вот должна быть интуиция и плюс ухо, чтобы вы могли этим пользоваться. Но это... But this is a long way. Okay, well, I'll give you an example. Based on the line that I just played. Вот эту линию, которую он до этого играл, он хочет сейчас показать вам, как это работает. Где? Сначала он сыграл этот кусочек, а потом уже играл вариацию на этот кусочек. Ну, как вы могли услышать, я не знаю, может быть, я только так слышу. Я услышал, он брал кусочки какие-то и их варьировал, и как-то соединял. И если это все вместе собрать, то, может быть, это будет близко к первой линии. So half of it was what I know, and then half of I was listening to them and responding. 50 он знает эту линию хорошо, а 50 вот он играл вариации. So the thing is to learn a lot of what came before us so that you have a big vocabulary. Он говорит, что чем больше вы запомните, тем у вас будет лучше ваше vocabulary. Это словарь. Transcribing, listening to other people, and copying, and asking lots of questions. Он говорит, что вот путь есть сначала снимать это соло, играть и спрашивать, и как можно больше задавать вопросов для того, чтобы понять
точно и узнать, как это все происходит. Yeah. Some musicians have problems with copying and copying others, but you have to copy and imitate until you don't have to do it anymore. So you have to copy, you know, other people that came before you for a long time. Mm-hmm. You build the vocabulary, mm-hmm. and then you don't have to do it anymore. Да, понял. Он говорит, что сначала надо набрать слов, просто я говорю так, набрать информации, а потом уже просто ей пользоваться, вот как, ну, как в разговорной речи, то же самое, практически то же самое. То есть запоминаешь сначала, а потом начинаешь о чем-то говорить. И уже выстраиваются слова. И точно так же, как есть подлежащее, сказуемое, все точно так же и здесь. Тоже все. Занимается он каждый день. И структура занятия его. Разное, по-разному. Почему? Потому что я так думаю, что он то приедет, то уедет, то еще что-то. Поэтому как? Сегодня он позанимался с нами, а будет лететь, навряд ли. Sometimes my practice is very random. I practice based upon how I feel at the moment. I mean, watch television and change the channel, and I play along with the music on the television. Or I turn the radio and I play along with the music on the radio. Or I pull a CD from my collection and play with a band. Он говорит, что иногда он занимается с телевизором, играет. Вот телевизор играет, он берет с ним, играет что-то там рядом или еще подбирает. С радио, с ди... То есть это он считает, что это вот все его продуктивное занятие. Как таково... How many times do you spend for routine? It varies. I may practice for maybe 20 minutes, and then go do email. Then practice for, you know, 45 minutes, and then go make a sandwich. So over the day it may be several hours, but never 4 hours at once. Okay. Он говорит, что вот очень важно, надо понять это, и это я считаю, что важно. Он занимается так где-то, он говорит, 20 минут, потом иду, например, делать там email отправить, потом, допустим, 45 минут. Потом сэндвич, потом еще. То есть за день набегает, может быть, часа 4. Но он не занимается постоянно. Вот взял и 4 часа, и он говорит, я такого не делал. Yeah, the human body is not designed to practice for hours non-stop. Да, он говорит, что наше тело, и мы не предназначены для того, чтобы играть там, допустим, 4 часа или больше. То есть вот понемножку. И потом, я так думаю, я не могу сказать, просто это мое мнение. Я считаю, что вот эти перерывчики маленькие, которые происходят, 20 минут позанимался, если ты сконцентрировался и сосредоточился, то за это время у тебя как раз вот, как говорится, откладывается, то есть загружается, как говорят в компьютере. Если нет этих перерывчиков, то оно не загружается, а просто вот так смалывается все, и в конечном итоге... You have to practice and you rest. Otherwise, that's why musicians have back problems, neck problems. Он говорит, что когда вот занимается без перерыва, без всего, то происходит зажатие здесь. То есть все это зависит от того, что нет отдыха. То есть мы и должны отдыхать. So many young musicians, they have tendonitis, because they practice too long with no rest. У некоторых вот переигрывают, говорят, переиграл руку, потому что играет без перерыва, и поэтому мышцы просто сковываются. И также вот, особенно когда вот сейчас хорошие вот эти вот ошейники, они вроде как не давят на шею, а вот эти вот ошейники, вот как это, они все-таки давят, и поэтому особенно молодым музыкантам я рекомендую вот перейти на вот эти. Почему? Потому что потом где-то в возрасте это скажется на шее и скажется на артериях, на всем это скажется. Физкультурой занимаетесь? Да. Да, он говорит, что... You have to keep your body together. Yeah, он говорит, что вы должны содержать свой организм
высочайшем тонусе для того, чтобы так играть в 54 года. И body is your issue. Especially if you tour. I tour a lot, so I have to... Он говорит, что особенно, когда они ездят в туры, ну, я имею в виду на гастроли или еще куда-то, это он должен держать себя в тонусе, потому что там не может быть никаких срывов ни в концертах, нигде ничего. То есть давайте скажем огромное спасибо.